Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Dead Island, часть первая, версия Definitive Edition. Так, полицейский участок, да, давайте с вами выйдем, потому что в помещениях карты нет. Посмотрим, где он находится, и может быть получится через быстрое перемещение туда попасть. Так, а где он? Ну-ка. А я, однако, мечтатель, да. Допустим. Ой, ну я думаю, что будет лучше, если мы с вами переместимся в этот, в церковь. А с нее уже дойдем до полицейского участка. Мне так видится. Курорт города, склад. А где склад? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, нормально. Между домами, если перебежать, то ничего страшного. Так, что у нас? Что это? Палец. Урон в секунду 359. О, у нас с вами и бюджет-то по швам трещит. Не, главное, у нас есть 17 штукарей. Поможем этим беднягам обрести покой. Да, давай. Зажигательная граната у меня, да? Прелесть какая. Сколько показывает? 217 метров, да? Давайте посмотрим, а сколько от церкви, мне просто интересно. Проводим с вами, так сказать, математически... 213. Ну... Они подойдут. Если раздобудете еще, вы знаете... На 4 метра. Просто спросите Райли. Да, пойдемте, да. 140 бакинских мы взяли. Пойдемте, друзья. Просто мне кажется, что отсюда побезопаснее, наверное, будет, да? Мы с вами худо-бедно здесь уже бегали. Средняя аптечка. Отлично. Что тут? $88. В общем, мы тут бегали и как-то так вроде как понимаем... Как и где прятаться. Но мне хочется в это верить, конечно, да. Что я понимаю, где прятаться. Но скажу честно, маршрут я не запомнил. Но вот тут и мы точно пробежим. Конечно же, побежим. Так. За нами бегут черти. Ой, мамочки мои дорогие. Ой, мамочки мои дорогие. Ой, нам сейчас будет больно. Здорово, да? Два штукаря улетели. Да. Вот здесь нас подловили и ударили. Ой-о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 й. Так. Убегаем. Так, все. На-на-на-на-на-на. Чуть-чуть не добежали, да? Больно, как больно. Не унять это злое боль. А умри, брать. Ты тебе в конец. И шлемапке твой не поможет. Вот так вот. Так, что у тебя тут есть? 66 бакинских, это мы брать. Хотя можно взять, продадим, что. Пойдемте. Так, тут где-то задание есть даже. А что это за задание? Почему мы не знаем о нем? Не, туда подняться надо, извините нафиг. Давай. Получается, за базаром полицейский участок. Ну да.
Помните это место чудесное? Ой, дегенерат здесь. На-на-на-на-на-на-на. Зайди! Так, закрой, пожалуйста. Вот. Теперь. Не слабо огреб, да? Так, хорошо, отдыхай. Ты живой? Я с твоего позволения. Молодой человек, я чисто по-братски вас грохнуть хочу. Ты живой? Живучий, да, гад? Ну, по-братски. А, все. Ну что ж, он сдох, а мы похилимся. Жаль, что я не могу отдельно, конечно, еще прокачать прочность оружия. Мало-мало, оружка вылетает вообще в трубу. Ну ладно, чё. Всё, да ладно. Всё, отдай мне моё оружие. Ты чё живучий такой, я не пойму. Амфетаминов, что ли, пережрал? Походу дело, да, так. Но не будем закрывать дверь, мы люди не культурные. Так. А я помню, что вот здесь был этот, да, да, верстачок. Ой, какие лютые звуки. Там же закрыта, по-моему, дверь. Да, кто это? Это же этот. Ну давай, начнем в тебя кидать. Почему 286? Я ж урон вроде повысил. В смысле, все? Но помри уже, по-братски. Нормально. Видите, да? В нем 4 оружия. Неужели не хватает урона? Ну такого не может быть. Это очень странно. 422. У серпа урон, и он никак. Так, где у нас верстачок? Вон он у нас верстачок. Есть кто живой? Ну-ка. Давай. Помри. Вот и славно. У нас ХП целенькая, да? Откроем-ка эту штуку. Ладно. Чё у нас тут? Вы посмотрите, а? Да, плохо. Мне не нравится, как наше оружие дамажит. Давай. Вот. Великолепно, забираем. Мясо $19. Я не понял. Мы мясо забрали $19. Да что здесь вообще? Туалетная зона полицейского участка. Это камера. Кепизе, наверное, да? Вот это все. Ляжет. А что-то у него. Бок проеден.
Да, до костей. До костей. Ладно. Ну-ка. Что у нас там с ним помер? А что там за Патриком? Персональный ID. Билл мертв. О боже. Слушай, ты должен помочь нам. Он искал данные о частотах аварийной радиосвязи. Они есть в компьютере в офисе шефа полиции. С их помощью мы могли бы связаться с внешним миром. Ладно, не вопрос. В кабинете шефа полиции мы уже были. Фиг ли нам? Первый раз, что ли? Ну-ка. Это не встанет? Я думаю, надо закрыть. Сейчас получите. 1340 баксов мы с него сняли. Великолепно. Слушайте, звуки жуткие. Кто там, где там? Тут ничего. Ну-ка. Да. Здесь, я помню, в прошлый раз тусили деятели. Так. Так, быстро, быстро, быстро. Хорошо. Дай ко мне. Скотина. Так, тварь. Мобы жесткие. У нас же есть еще граната с вами, правильно? Ну, гранаты, не знаю, покидать, поберечь. Но мы же можем их всегда себе скрафтить. Есть, но это тоже полезное. Долгая песня. А ну-ка, допустим. Допустим. Что будет? Не, ну мы молодцы, что их снесли. Но не знаю, стоит на них тратить гранаты. Только если их кучкой, тогда да. Тогда согласен. Так, здесь что-то есть под. Выход какой-то. Да. Ну я думаю, тут наверх. О! 143 бакинских. Ладно. Чё, рубанули? Рубанули. Всё с нами, всё с нами. Видали? Обычные мобы тремя ножами убиваются. Это ненормально. Это ненормально. Да-да. Так, ну там пацаки вон. Но этот сейчас побежит 100%. Вот этот, который там мелькает. Так. Так, хорошо. Забираем. Отлично. Отлично, отлично, отлично.
Это было люто. Сюда я не пойду. Нафиг. Не стоит оно того. Тут ничего. Давай. Отлично. Энергетический напиток нас похилил. Мы с вами здоровы. Да, понятно. Тут, короче, наверное, граната нужна. Крики слышу. Давай. Двоих снес. Здесь, что ли? Ну, по всей видимости. Та-та-та-та-та-та-та. Иди сюда. Давай. До свидания. Живой? Да, живой, представляете, живой. Дай-ка мне, пожалуйста, мой чудесный ножик. Где мой ножик? Отлично. У нас какое-то армейское мачете, по-моему, такого не было. Все? Не покатило. Ну, если мы откроем, короче, то эти черти оттуда повылазят. Оу! Танго. Так, ладно. Так, ну там громила, понятно. Видали? Вот это офигеть. Забирай. Просто вообще. Мобы лютые. Серьезно. Так. А, это то, что вы помните с вами тогда, когда здесь были. Нажимали, не могли понять, что это. А тут вон оно, что, Михалыч. Ну, сейчас эти повылазят, я думаю, чуваки. Вот из этих дверей. Нет? Интересно. Ой, мамушки мои дорогие. Ой, мамушки мои дорогие. Мы должны. Здесь страшно. Здесь реально страшно. Прям атмосфера какая надо. Хорош калить игра. А то я нервничаю. Так, ну это первый этаж. Да ты знаешь, на кого наехал. Все, давай. По идее, оба забрали, да? У нас там коса какая-то появилась. Так, нам надо отсюда сейчас убежать, потому что здесь... Сейчас мы спускаемся с вами на парковку, а потом будем убегать. Тут дегенерат, да, бегает? Прелесть. Успели. Я надеюсь. Да, успели.
Следующая цель — понять, что здесь за задание. Так. Ты. А кто ты? Я не дотяну. Можешь сделать кое-что для меня? Давай. Отдать это моей семье. Я не позаботился о завещании и написал его здесь. Моя последняя воля. Ты мне свидетель. Членом его семьи. Хорошо. Храни тебя Господь, друг. Если они еще живы, они в церкви. Я сдерживал этих тварей, чтобы они успели уйти. Но мы с вами добежим до церкви, а с церкви переместимся. Никуда мы с церкви не переместимся. Поэтому оптимально для нас будет все-таки к Патрику отнести данные. Ё-моё. Да, сколько туда бежать? А чё? Сколько? 292 метра. Игра опять нам не хочет давать трекинг. Почему так? А кто-нибудь знает? Почему игра упорно не хочет нам давать по-людски трекинг? Ну, мы, как обычно, естественно, будем застревать. Наш тупоголовый герой без этого не может. Иначе так было бы неинтересно. Давай, 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 родной. Отдышись. Да нет, вы подкалываете. Пошел вон. Так, все, тихо, 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 тихо. Отдышаться надо. Без необходимости не бегать. Так. Должны выйти мы к этому дому. Да. Отлично. Лесом, 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 лесом. Просто лесом, лесом, лесом. А вот и заброшенный дом. Стоп, 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 стоп. Нет. Вот он, заброшенный дом. Фу, добежали. Отдельное испытание, да. Значит, вот они. Поговорите с Ником. Он поймет, что с ними делать. Может быть, нам все же пришлют эту проклятую помощь. Хорошо. Так, так. Бабло, отлично. Давайте чиниться. Так, отвратительный серп. У него нормальный урон. Где он? Мачете парализующее. Ну давайте. 682 бакса, офигеть. Отвратительный серп. Хорошо. Вот. Мачете. Еще давайте прокачаем его. Сейчас мы пойдем с вами в церковь. Вот так будет лучше. Иначе бы с церкви мы бы сюда бежали. Это не очень хорошо. Сейчас мы отдадим завещание. Так, стоп. Задание, завещание. А, ну все-таки наверху, да? Это Терренс тебе дал? Его завещание? Это его кровь? Да. О, Господи! Да. Так, полторашку.
Ты спишь или тебе плохо, Оуэн? Торгаш? Продаем. Так, не, не отдадим это. Секач нормально. Тяжелый молот. Это продаем. Продаем. Палку продаем. Это хороший серп. Так, нет, пистолет это. Продаем. Немощная, немощная. Дробовик. Продаем. Среднюю аптечку купим. Отлично. Теперь давайте посмотрим. Так, что это за флаг? А, что-то отдать надо из расходников. Уже неплохо. Но если найдете еще, тащите их сюда. Да ты чё? Так, задание. Вторая голова Цербера, извините, это мимо. И тогда пришло время, получается, осматривать лабораторию. Правильно? Так, что тут у нас? Бабло, мы заберем бабло. Так, курорт-бункер номер 4. Джунгли-лаборатория. Идите прямо по этой тропинке. Чё? Я подожду у катера. Я себя безопаснее у реки чувствую. Не обращай на меня внимания. Хорошо. Как скажешь, бейба. Пойдемте. Быстрое перемещение. Окей, this good, this good. Мы очень опасны с вами, друзья. Мы невероятно опасны с вами. Вы тоже здесь есть? Ну, вы бесячие, я вам хочу сказать. Ибонаква, ибонаква. Не-не, пасаки, вы что, с ума сошли? А автомобиль здесь не положен? Я уже устал от этого подъема, я хочу пить. Так, это я так понимаю. Бешеные лаборанты, серьезно. Да какой же ты дебильный, а? Почему мой герой такой дебильный? Давай. Сдохни. Сдохни. Чё тут? Отдай мне моё оружие. Не понял я. А где моё оружие? Вы серьёзно? Вы сейчас серьёзно хотите... Вот. Хотите сказать, что моё оружие, что ли, я не подниму? Вы чё, офонарели? Оружие моё где? Не, вы это видите? Интересно. И что мне делать с таким прекрасным набором оружия? Так. Куда оно делось? Да. Забрали потихонечку. Давайте здесь осматривать. Но это ненормально, понимаете? Вот так что, после каждого броска осматривать, что куда делось? Это бред. Винтовочный патрон. А что, оно куда-то улетело, что ли? У нас не хватает 2 единицы оружия. Это ненормально. Это в любом случае ненормально. Так, здесь что-то было или мне показалось? У него ничего нету. Так, здесь может быть. Ну вот здесь я их гасил. Может, оно потерялось, правда?
Ну, значит, кидать не будем. А чё мне тут интересно? Благо, хоть это осталось. Пачеты парализующие. Но нету, 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 нету. Офигеть. Почему здесь нету подсветки ключевых предметов? Давайте посмотрим, что еще тут могу с инвентаря сюда засунуть. О, отлично. Что-то есть. Что-то есть. Где он? А, уровень 30 нужен. Секач, ну давай вот сюда. Ладно, печально. Очень печально. Тебе конец. Нормально. Что тут у вас есть? Самое ужасное, что мы их, по-моему, и не обижим, вы знаете. Мне так кажется. Быстро. Вот так. Отлично. Средняя аптечка. Прекрасно. Нам дают винтовочных патронов очень много. К чему бы это? К чему бы это? Так, ну это уже лаборатория, да? Да, это лаборатория. Понятно. Так, это товарищ лаборант, самый главный. Хилься. Почему он быстрее меня на замахе? Я не понимаю. Он меня опережает. Так не должно быть. Это бред. Так, ну-ка. Я думаю, нам не просто так дают винтовочные патроны. Да? А что ты смотрел? Ну-ка. Что тут написано? Геофарм. Пердак, пердак. Вот так. Помри, пожалуйста, помри. Я тебя сейчас отделаю. Чё, больше не дают патроны на огнестрел? Так. Ну-ка. Лечение геморроя народными средствами, друзья мои, понимаете? 154 бакинских, превосходно. Серьезно? Серьезно? Все? Великолепно.
Геофарм. Ты как, родной? А ты уже все. Я выпущу вас, но вам придется разобраться со всеми мертвяками, собравшимися за дверью. Чё-чё? Быстрее! Заходите, быстро! Так, инвентарь. Чё у нас там? Где у нас там? Банойский вестник. Так, это 40-я выдержка. Останки людей, найденные в Папуа-Новой Гвинее, имеют возраст более 50 тысяч лет. Это место одно из древнейших поселений людей после Африки и Евразии. Так, что он мне там открыл? Так, это что такое? Пусто. Отлично. Впечатляет. Вы прорвались через толпу мертвяков, словно смерч. Да. Простите, где же мои манеры? Я Билл. Вам лучше поговорить с доктором Вестом. Он тут главный. Вам нужно будет пройти через раздевалку, потому что ученые уже начали строить баррикады. Идите, смотрите, будьте осторожней. Да. Товарищ, понимаете, я бы с удовольствием к верстаку прошел. Вас не затруднит пройти? Вот нормально, да? Я не могу пройти до верстака. Факт. Читаем. 37, да, по-моему, там было. Да. Маорийские тамока примечательны тем, что они вырезаются на коже, оставляя рубцы, в то время как при стандартной технике кожа остается гладкой. Вот, понимаете, маорийские тамока. Ладно. Ты кто, Дирт? Ты торгаш? Купить 6000, я не буду покупать. Что тут можно продать? Мы ничего не можем продать, у нас все хорошо. Патроны есть у него, пистолетные, $1000, иди нафиг. Большая аптечка, еще давайте купим одну. Так, ладно. Алкашка, припасенная закуска, ну и... Понимаете, да? Я не могу пройти к этому, как он называется, к верстаку. Потому что этот мудель Артемон мне помешал. Давайте еще раз посмотрим. Ушел он, нет, оттуда. А один. Нет, он стоит. Пройди, пожалуйста! Да. Ну, если мы в лаборатории, то по законам Резика того же, это уже практически финал. Что тут есть? Тут хотя бы свет есть. Что уже неплохо. Доктора, доктора. Я ученый, а не солдат. Я не обучен заниматься этим. Тебе никто ничего не предлагает, Крендель, ты бестолковый. Фрукт, не, спасибо. Доктор Уэст. И ничего так лаба. Иммунитет. Наверняка вам интересно, что такая лаборатория делает посреди джунглей. Все очень просто. Мы разрабатываем и испытываем косметику в условиях конфиденциальности. Лореаль местный. Нашу предыдущую лабораторию разгромили борцы за права животных. Сейчас, правда, у нас проблема куда серьезнее. Надо определить источник инфекции. Прошу прощения, я не представился. Доктор Роберт Уэст. Я изучал кровь аборигенов, пострадавших от заразы. Похоже на какой-то вирус, но он так быстро мутирует, что классифицировать его не получается. Если вы не против, я возьму анализ у каждого из вас. Пожалуйста, встаньте в ряд. Ха.
Отлично, спасибо. Уже через несколько часов у меня будут какие-то выкладки. Кстати, может, заодно поможете мне пока? С чем тебе помочь? Так. Зараженная тварь буквально вырвала водителя из кабины. Стыдно, но я даже не попытался помочь ему. Я убежал. Роберт, они пытаются прорваться. Всех ног, мне удалось отвлечь их внимание ненадолго. О боже, я набрел на лабораторию. Помогите! Охранники сперва подумали, что я зараженный, чуть было не пристрелили меня. Но, слава богу, меня пустили. Если внутрь. Здесь вырубится свет, никто не выживет. Но этот комплекс не защищен. Одна группа собирается перебираться на остров тюрьму. Тюрьма предназначена для самых опасных преступников, так что это настоящая крепость. Если инфекция еще не проникла туда, это последнее безопасное место. Нет, как оказалось, проникла. Так, чувырла нам теперь от... Ай, так по скрипту надо было. Маленький ружейный патрон. Игра, ну какая же ты бесячая. Почему ты такая заскриптованная? Никакой свободы творчества не даешь. Капец. Что тут у нас хорошего? Сейф обносим, разве это плохо? Самодельный секач. Че ну тут как у самодельного секача? Ну сейчас мы его мот... пистолет. Это нет. Там урон ни на что особо не влияет. Отвратительная серп. Нормально у него все здесь. Обоюдоострый клинок. 30 уровень ему нужен. Так, и у него квест, да? Ну, серию-то заканчивать надо, дорогие друзья. Я думаю, что мы продолжим следующий разбираться, что тут происходит. What the hell is going on? Чё-чё? Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.